Доброе осеннее утро. Сегодня я буду готовить бутерброд брускетта. Брускетта – це класична італійська закуска антипасто, тобто своєрідна перекуска перед основним блюдом – пастою. В Італії брускетта настільки популярна, що з рецептів її приготування можна скласти окрему кулінарну книгу з шинкою прошутто, з помідорами, з базиліком, з моцареллою, з оливками. Зацікавило? Тоді записуйте і запам'ятовуйте оригінальний рецепт цього італійського хлібного дива. Для этого нам понадобится багет. Багет мы режем под большим углом. Вот жарим в духовке, можно в домашних условиях в духовке, на сковородке сухой, ну или на гриль-сковородке, на гриле. Еще нам чеснок понадобится, оливковое масло, соль, перец, орегано, моцарелла и помидор. Значит, мы, вот уже у нас поджаренный багет. Мы его натираем чесноком. Добавляем оливковым маслом. Теперь мы помидор. Разрежем помидор напополам. Отрежем зеленые, нам ненужные. Теперь ложечкой семена просто удаляем. Семена нам тоже не понадобятся. Помидор для брускетта надо спелый, но не переспевший. И режем, как на оливье, такие кубики. Сюда нам надо теперь базилик порезать. Можно порвать руками, но я порежу. Солим перчим. Вот у меня сухая орегано. Тоже ее сюда. Теперь мы перемешиваем. Еще нам надо порезать моцареллу. Моцареллу режем тоже кубиками. Вы можете по желанию. Как кто хочет. Можете пластинками, можете кубиками, можете на терке. Как кому удобно. Моцареллу накладываем на наш бутерброд. А сверху выложим нашу помидорно-базиликовую массу. Наш брускетта готов. Теперь можно к столу.